Я еще в номере. Скоро пойду на пляж. Вот так футболку можно сделать, майку, оказывается. Ну что говорить? После вчерашней поездки у меня опять плечо. Сидели в одном положении, она у меня так тук, тук и все. Еле ехала, намазала, как могла. Ладно, сейчас пойду в море купаться. Ну ничего. У меня редко, но бывает. Ну, так случилось, что попала на отпуск. Ой. Даже держать телефон этой рукой немножко сложно. Написала сейчас в туристическое агентство здесь, в Муйне. Вы знаете, далеко ехать не хочу. Все экскурсии находятся далеко. Это все Сайгон, Сайгон, через Сайгон. Я в жизни столько в Сайгоне не была. Если я буду еще через Сайгон ездить, я чувствую себя дальнобойщицей какой-то. Туда 5 часов, обратно 5 часов. Кто ждал Вимперу, этот, не поеду, потому что и за плеча, и просто там такие пробки. Значит, я рассматриваю экскурсии. Это Баалок, выписала себе. Это водопады Дамри и Дасара. Одним днем забирают в 5 утра, приезжаем в отель в 5 вечера. Стоит 38 долларов. Я написала туда, позвонила точнее в это агентство. То же самое, Дима Тур. Тут, знаете, не разбежитесь. Ой, приходится, надо руку держать. Он говорит, я сейчас все напишу, всю информацию. Это было 1,5 часа назад. Вообще шедевр. Хотела спросить, сколько ехать? Тишина. Написала, ответьте, пожалуйста, дайте, пожалуйста, информацию. Тишина. Позвонила я еще раз в этот Дима Тур. Я говорю, как там по поводу Буалок-то? Я говорю, почему информацию не присылаете? Он говорит, есть только число, это вьетнамец, есть только 17 число. Говорит, вы же еще будете здесь? Я говорю, да, я 19-го, последний день. Значит, 17 апреля я еду на экскурсию. Говорю, запишите меня. Стоит 38 долларов. Это 957 тысяч донгов. Выезжаем без 10:05 утра, обратно в отель в 5 вечера. Я говорю, самое важное, сколько в пути. Если это опять сумасшествие, я говорю, я не поеду. Он такой, не больше 3 часов. Ну тут все так, тут не бывает меньше. Если хотите красные пески, это, пожалуйста, здесь. Ручей Фэй, можете пешком дойти. Ну, в общем, в пути 3 часа. Все, я записалась. 17 апреля у меня еще одна очень красивая экскурсия. Так, где же я видела эти снеки? Не могу вспомнить. А, вот, наконец-то я вижу в пакетах. Вот это вот ежевичную и клубничную. Вот таких я раньше привозила. Вот, банановые чипсы. Мне нравится больше вот таких вот. И вот такие вот две возьму. Так, быстренько сбегала. Вот что я докупила. То, что я там говорила. Чипсы банановые. Уж больно в этих упаковках хороши. Они все хороши, но мне, может, больше по виду нравится. Очень такой толстый. Похож на крафт-пакет. Тоже чипсы, морковь, хлебное дерево. Это не бананы, знаете, боюсь ошибиться. И надеюсь, там нет чили. Ну, мне кажется, нет. На фасольку похоже, да? И вот про что я говорила. То, что я покупала в этих коробках, вот, в этом удобно везти. Вот, и в презент, и то, что нужно. 200 грамм.
Иногда кажется, что мало. И, вы знаете, вот больше трех ты не съешь. Клубничка и ежевика. Они по 15 тысяч донгов. Это большой 35, это 20. Все вместе 85. И на наши деньги, ой, примерно 350-370 рублей. Вот это вот. На ресепшене попросила, чтобы мне вызвали такси. Ориентир дала. Отель Терракота. Вы знаете, я хотела на автобусе. Здесь вообще 2 минуты. Но дело в том, что теперь автобус мало того, что 9-й не ходит, а только номер 1 автобус ходит. И еще вдобавок они ходят до 6 вечера. Я не знаю, с чем это связано. Может, туристическая зона. Хотят, чтобы таксисты подработали, потому что остальные-то все на этих мопедах передвигаются. В общем, вот так теперь. Мое такси в этот раз зелененькое. Синчао. Кстати, нам гид рассказывал, что вот эти вот мопеды, мотобайки, как правильно назвать, новые стоят $1000. А если прям пробег не пробег, ну, старенький БУ, то можно купить и за 300, и за 400. Вы понимаете, что, как он сказал, во Вьетнаме 100 миллионов жителей, населения. Кто не попутя на них ездит? И как это вообще? Каждый за $1000, я же вижу, что они такие все новые, вообще классные. Я спросила, а кредиты они берут? Да, кредиты выдает государство, но проверяют, есть ли у них доход, хватает месяц на жизнь. Знаете, как раньше у нас было так? Это было очень давно, может быть, лет 20 назад, что место работы высчитывали на жизнь. Ну, поняли, о чем я говорю, да? Так что, какая $1000? Не доехала я до отеля Терракота, решила здесь выйти. Вот отель Сайгон, вот отель Blue Ocean, это первый отель, по-моему, который я посещала 14 лет назад. Прогуляюсь, много здесь, вот такая вот улица, и пройдусь. У меня сегодня все как обычно, без обеда. Ну, я где-нибудь здесь поужинаю. Вот сюда нас раньше возили на экскурсию за жемчугом. Например, 920 донг, да? Это меньше, чем $50, нитка классической длины. Ага. Это ручной, да? Да, конечно, ручной. Это ручной. Ну, кстати, неплохого качества. Видите, такие кругленькие, блестящие жемчужинки. Угу. Красивых оттенков. Есть чуть-чуть подороже, то есть побольше он тут будет. Или насыщенный по оттенкам, более круглый. То есть, ну, действительно, от бюджета можно плясать. Вот сколько хотите, ну, вот ниточка, вот это сколько. Светлый жемчуг. Светлый жемчуг подешевле, он может начинаться там условно от 500 донг и $50 средняя на него цена, если только рублей уже посимпатичнее, и выше. Вот у них вот так магазины сделаны. Вот так большинство здесь в центре. Футболки, теннис, все, что хочешь, любых, наверное, размеров. Хороший хлоп, чисто. Чистый хлопок. Сколько стоит? 200 донг. 200? А что это у вас тут случилось? За 200 донг футболка. Это уже футболки у меня показывает за 100 тысяч донг. 100 тысяч донг. Много. Это не L. Это L. Ну, вас маломерит. Маломерит. Это что-то между средней, М и L. Получается 4, там, $4, да, с небольшим. Так, чуть-чуть побольше есть? Много сидит. Вот, вот. Это какой у нас?
XL. Вот это уже ближе к L. Тоже между. Вот я дошла до Bamboo Village отель. Интересно, сколько здесь, если здесь находиться и прийти, номер сутки стоит. Ресепшн такой. Ага, прайс. Deluxe room. Вот Deluxe стоит один день. Ну, сутки $81. А я спросила, сколько будет стоить, если с видом на море? Deluxe $81 в сутки. Bamboo Village. Так, это на улице Жемчуг. Тоже 10. Нет. 10. А сколько? 20, нет? Вот это 20. Так, вот это вот. $10. Это одинарные. А такая тройная есть? Нет? Сейчас посмотрим. Вот это сколько? 9. 9? Что-то ты прям наугад говоришь, так сомневаюсь. 15. Это тоже жемчуг? 9. Все жемчуг. Все жемчуг. А вот этот? 10. 30? 10. А? 10? $10. Все. Все, 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 поняла. В общем, 10, 15. И длинные есть, да? Ага. Ну, они с таким оттенком. $1,000,000. Чего это? Миллион. Миллион? А, это не миллион. Yeah. Ты мне пишешь тысячу. Вот yeah. Миллион. Only миллион. Only. Угу. 15. Так, а серый, серый, серый цвет. Вот это 15, да? 15. В общем, все в таких вот. Все? Только вот это. Нет, не все, сейчас. Только вот это миллион. Не, ну куда мне такое? Давай, давай. Ты что, давай. Сейчас я посмотрю, что у тебя здесь еще. Больше нет жемчуга? Боже мой. Ну, я так понимаю, что тут тоже все до $10. Поменяла у них $100. Очень хороший курс. Ну как, понятно, что в аэропорту, и он меняется. Нормально, там в кафе мне вообще по 2450 меняли. Ага. В аптеку зашла, мне нужно лекарство от суставов. Это вот это? Да, ага. Такое. Đâu rồi, chị hỏi này, khách nọ đang hỏi này. Cái nọ này này. Glucosamine đây này. Я покололась. А сначала покололась. Смотри, у меня уже одна банка ушла. А, đợi tí. Да. Не надо, это не лечится. Так, я взяла вот это. Это стоит 300 тысяч. Нужно принимать по одной таблетке каждый день в течение 3 месяцев. Все нужно выпить. И просто мазь взяла себе. А то что-то у меня поясница уже так ходить за всеми покупками заболела. Так, сколько у меня выходит? Ну, все правильно, 340 тысяч. Ну вот, я дошла до отеля Терракота. Кто-то мне писал, здесь отдыхал. Сейчас иду. А напротив встретила девчонок.
с которыми вместе, во-первых, летели в самолете. Это мама с дочкой. И вместе были на Дельта Меконг. Они отдыхают чуть-чуть подальше. Она говорит, вы какие-нибудь еще экскурсии брали? Я говорю, да, решилась. 17-го, она говорит, на водопады. Я говорю, да. Она говорит, ну, значит, мы опять вместе едем. Я говорю, отлично. Но они еще взяли на 15-го в Дайлат. Я говорю, да, я там была в Дайлат. Слушайте, ну, хоть немножко, хоть бы воздух этот, фу, ветерок подул. 34. Я опять в такси. Доеду до Буке. Потому что, во-первых, сумка, и я уже далеко ушла. Ну вот и нашла я это мороженое. Вот что значит выходные дни. А свадьба пела и плясала. Вот это устрицы, а вот это рапаны. Мы уже покушали, вернемся еще. Красиво. А вот это что? А вот это? Улитка. Улитка? Ну вот тоже на берегу моря, но они все на берегу моря, но здесь поменьше людей. Сейчас посмотрим, что у них в ассортименте. Ассортимент? Даже не знаю. Я так есть хочу, мне даже желудок уже уворачивает. Но когда я вижу вот это, ну она большая, что мне ее? Мне ее резать не будет. А вот. Скат, да? Это окунь. А, вы не знаете? Просто стоял молодой человек и говорит, окунь. Ой, в каком хорошем ресторанчике села. Здесь поменьше людей. В основном вся публика там, за мной. Я говорю, нет, нет, нет. Вот, на берегу моря. Так ветерок обдувает. Ушли готовить. Ну и сегодня такое заказала. Легкое. Так, я заказала лайм сок, лимонный сок. Мне очень понравилось на экскурсии. Я еще раз заказала такой освежающий. Так, это вот такой. Вот такой таз. Я сказала чуть-чуть. Но вот во Вьетнаме так приносят. Это суп. Видите, какой он наваристый бульон? А суп это с рыбой, из рыбы, короче, с рыбой, барракуда, хищной рыбы. Одна рыба. А зачем ты мне рис принес? Рис принес. Хорошо, ладно, вообще, я не встану. И все сразу опять принесли.
Ну, орехи-то я не просила. Господи. Зеленые мидии на гриле с чесноком. Я прям не выдержала. Я говорю, беги сюда. Я говорю, я тебе просила орехи? Нет. Я говорю, зачем ты мне их принес? Я говорю, может, у меня аллергия? Фу-фу. По столу постучать. Я говорю, только чеснок и лук с маслом. Все. Суп вообще великолепный. Одна рыба, одна барракуда. Мидии из аквариума. И он мне их решил испортить. Все засыпал орехами. Знаете, на что похожи эти вот куски барракуды в супе? На ситрину. Все, не могу больше. Вообще, как ни старайся. Ну вот, другое дело, с чесноком все заменили. Это вот эти, которые очень вкусненькие, зеленые. Это умора. Они мне принесли счет на 100 тысяч донгов больше. Я говорю, вы сегодня издеваетесь надо мной? Он говорит, извините, говорит, они не понимают. Пересчитали, все нормально. Я уже в отеле. Доехала на такси. Так, что я купила? Ну, это я показывала для суставов. Это мазь для суставов. А, знаете, я попробую ей плечо смазать. Вот чии манго, ананас, лотос. И еще. А, и все. Парочка там одинаковых есть. Они по 20 тысяч донг. Вот еще что купила. Черный жемчуг. $10. И 5 футболок по 100 тысяч. Ну, там рисунок сейчас не буду открывать. Лакосты. Не хочу я ничего их открывать. Как-нибудь покажу. Сейчас монтирую видео и спать. Спокойной ночи. До следующего видео. Пока.